вечер памяти Прасковьи Ивановны веду в основном студенты колледжа искусств, где она трудилась совместно с учителем и преподавателем математики Прометеем Чистоголовым, дальше посоветовала ему стать композитором, то есть реализовала его. Сегодня наше мероприятие называется «Вечер памяти Э.О». Когда-то данный символ, эта буква, мне представилась так. Значит, с одной стороны может стать так, если ее наоборот перевернуть. Дворец дал человеку два колена. Одно преклонять перед учителем, другое перед целителем. А оба вместе перед самим творцом. Сейчас существует еще такое высказывание. Это высказывание, возможно, было произнесено Аристотелем, либо Гиппократом. В наше время следующее высказывание. Если тебя нет в интернете, тебя нет нигде. Но в интернете надо быть правильно, чтобы были указаны все теги, метки, то есть фамилия и отчество, чтобы тебя те инопланетяне в итоге запомнили четко. Так, в то же время сейчас везде, в аэропорту, в направлении в судах Москвы происходит. По фейсу определяется, кто ты есть. Так, итак. Дело начинает. Значит, предупреждаю, следующее. У нас сегодня с вами типа педсовет, открытый урок. Дальше мы будем проводить в формате передачи «Сам себе режиссер». Так что у нас более ценно? Золото, платина или бобринян? Был недавно форум в связи с годом молодежи в Москве проходил международный фестиваль волонтеров. Там присутствовали серебряные волонтеры. Среди нас у нас сейчас присутствуют здесь есть Юрий Сахаров, Юрий Калинин. Так, кто еще не назвал? Так, Юрий Ионов. Так, вас можно тоже причесть к этому, тоже волонтер. Владимир Пыстин. Они не серебряные, они, в моем понимании, бриллиантовые волонтеры. Добрый вечер. Я знаю, что в зале присутствуют люди, которые совсем не знакомы с Прасковьей Ивановной.